στα ρώσικα. Ήρθε στην Ελλάδα για το πρόμο tour της, όμως η Αλιώνα ζήτησε να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Η εκπρόσωπος της Λευκορωσίας στη φετινή Eurovision μίλησε στο Star και ήταν καλά διαβασμένη για την Ελλάδα. Это второй мой визит в Грецию, но впервые я нахожусь здесь, в центре Греции, в сердце истории Греции. Μάλιστα, η Αλιώνα έχει κάνει εντατικά για τη χώρα μας, καθώς γνωρίζει και για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Я думаю, что экономические проблемы это, конечно же, та проблема, которую освещают все средства массовой информации, и вся Европа об этом знает. Η τραγουδίστρια από τη Λευκορωσία φαίνεται ότι λατρεύει την Έλληνα Παπαρίζου. Το γιατί? Я помню песню Елены Папаризу, после чего эта песня была переведена на русский язык и стала очень известной в Беларуси и России. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу. И скажи, я за тебя умру, только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Το Die For You στα ρώσικα από την Αλιώνα, η ίδια όμως ελπίζει στο Μάλμε να καταφέρει να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις. Я буду надеяться на самый лучший результат. Более того, все, что в моих силах, я буду прилагать. Конечно же, я надеюсь на то, чтобы меня будут поддерживать мои.